지금은 타투를 하러 가는 길이에요. 원래 타투를 이렇게 빨리 할 계획이 없었는데 지금 계약을 하려면은 3일밖에 안 남았고 지금 이 3일 동안 제가 하고 싶은 걸 다 해야 되거든요. 피어싱도 해야 되고 뭐 진짜 할 게 너무 많아서 일단은 빨리빨리 지금 하고 있어요. 그래서 살도 빠져야 돼. 네, 살도 지금 빼고 딱 그때만 드려야 돼? 맞아요. 지금 딱 계약할 때만 필요한 그래 딱 살 때. 그 다음에 살 쳐도 돼? 네, 맞아요. 지금 엄마랑 같이 타투를 하러 가고 있습니다. 네. 원래 미성년자 혼자, 그러니까 저 어른 안 돼가지고 혼자는 안 되는데 부모님 동의하에는 가능하다고 해가지고 엄마 데리고 가고 있는데 엄마도 하고 싶다 해서 마침. 그래서 무슨 타투 할 거야? 나는 지금 이제 발목에다가 꽃 그리는 타투를 할 거야. 분신. 무슨 꽃? 이미 있어? 응. 알려줘야지. 서양 모가. 그거 왜? 그러니까 알려줘 왜? 서양 모가가 내가 11월 1일 날 태어났으니까 그 11월 1일 날 꽃이 서양 모가야. 그래서 그 꽃을 내 다리에다가 그릴 거예요. 네. 알겠다? 좀 이따가 만나요. 이따가 만나요. Друзья, всем привет! Всем привет, друзья! С вами снова Ольга и София. София, куда мы приехали? Татуаросу. Мы приехали делать татушки с Софией. Мы приехали в Сеул на Хонде и не знали, где перепарковаться. И какой-то пьяный бомж шел нам навстречу. Я Софье говорю, это не он ли будет нам тату делать? Я говорю, поехали отсюда. А, вот он. Окей. Тогда ладно. Чалоса. Like, 이 도안이죠. 하려고 하는 도안이. 어떤 걸 할까? 이거 두 개 중에. 얼마 정도 하고 싶어? 2,000 정도? 너무 떨려서 말도 못하겠어. 너무 떨려서 말 못하겠어? 왜 떨려? 무서워. 아플까 봐? 응. 따님이 손바닥을 한 번만 눌러주세요. 누르기만 하면 돼요. 비비면 안 되고. 됐어. 응. 이렇게. 끝? 응. 좋아. 그렇게 박으면 돼 이제. 그럼 색깔 검정색이죠? 검정색. 아, 누가 그러고 이렇게 할 거야? 응. 괜찮지 않아? 예뻐. 응. 따님 일로 와보세요. 너무 뒤쪽으로 가는 것보다는 살짝 앞쪽으로 가는 게 좋아요. 네, 옆으로. 이 정도로. 네. 엄마보다 따님이 다 아플 거예요. 진짜요? 네, 발목이 조금 아파요. 아, 발목이 조금 아파요? 일회용? 네. 왜냐면은 이런 식으로. 이게 다 들어가는 게 아니야. 제 어머니가 원래 피부가 하얀데 잉크 잘 안 먹거든요. 아, 그래요? 근데 어머니가 생각보다 잉크가 굉장히 잘 먹어요. 많이 아파? 많이 아파. 나 어떡해. 아, 이게 약간 그 느낌이다. 그 뭐니? 내가 저번에 잠시만 220V에 감전됐을 때가 있거든. 아, 그 손 지지직 이럴 때 있거든. 맞아. Друзья, сказать, что мне нравится, это ничего не сказать. Друзья, мы приехали с Софией поесть рыбы свежей, сырой. Здесь у нас рядом с домом есть ресторанчик. 먹고 싶으네. 불쌍해. 아, 못봐. 못봐. Принесли нам сразу мульсагончики и менюшка. Давай, Соня, выбирай. Так тебе не жалко уже рыбу в разрезанном виде? 이렇게 난 불쌍하지? 그렇지. 그렇지. 물어볼까? Это то же самое, что у вас перед рестораном со стейками встречали бы такие коровы с грустными глазами. 난 케블. 하고 해삼. 원래 비싸. Мы с Софией хотели поесть мясо сначала, потом вспомнили, что мы на диете и решили прийти сюда.
Камсамнида. Когда на диете и пришел поесть сырой рыбы, а тебе принесли огромную кучу нездоровой еды. Посмотрите, здесь мясо в кляре. А, это рыба в кляре. Это креветки в кляре. Это какая-то тоже рыба. Это кукуруза с сыром. Жареная рыба. Капец, короче, здесь. Да, я там мажа его. Могчи мальжа. Хейман могча, хейман. Ани, да, кинчак. Кре? Дейбута. София каждый день говорит, что у нее завтра начнется диета. Это соевый соус, это острый соус кочуджан. Это капуста с горчицей. И хепари, это же эти, медуза. Медуза с капустой и с горчицей. Мешса? Орин мани? Мани могу. Стресс мани подосу, мани могу идти. Я кашу не ем, но это каша из морепродуктов. Ризотто, можно сказать, ризотто с морепродуктами. В любом случае я это не ем. Соня, ты тоже не будешь? Ан могу ка? Чокуман могу ка? Пришла наша вкусняшечка, друзья. Это пиписечки такие, они уже порезанные, не такие страшные. А это морской огурец. Тебя его он могу? Каши. Машса? Его имя моди? Кончи. Кончи. А, да, нега, а, они такие скользкие, что и даже если ты профессионал, не палочками, то ты их все равно не поймаешь. Поэтому стелят на стол такие одноразовые пленки. После каждого клиента их выбрасывают. Но чтобы было все стерильно, чисто. Это божественно. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Какое нафиг мясо? Песня, да? Кебл. Да, он сладкий, друзья, очень сладкий и потрясающе вкусный. Это то, что вы обязаны попробовать, когда будете в Корее. По первости будет непривычно, но потом это как наркотик. Вы не сможете потом после без этого жить. Друзья, нам еще принесли, смотрите, это такие маленькие ракушки. Это заменяет корейцам семечки. Да, вот так всасываете в себя, и там маленькая-маленькая такая будет улиточка. Это вот такие вот семечки. Корейский. Это очень прикольно, их есть, затягивает, и это очень вкусно. Это абалон, это самый деликатес, это сора, ой, все сырое, все свежее, это мунге. Друзья, если вы очень чувствительны, вот это не пробуйте никогда, это скат, и он на вкус прям как, я не знаю, как мочевина. Я, конечно, никогда не пробовала мочевину, но это реально гадость. Это на любителя, конечно, я понимаю, что к этому можно привыкнуть как-то, но с непривычки вас может истошнить. Ой, мамочки, зачем я это попробовала? Друзья, нам принесли сашими. Там уголь сыса. Уля-муля. Ильтан шичак хача. Го-го-го. Ши-ши-чак. А я люблю, друзья, вот так вот заворачивать в листик. Это лист перилы. Я делаю вот так. Одной рукой неудобно просто, поэтому я кладу на стол. А кусочек рыбы мы макаем в перечную пасту. Берем чесночок. Его макаем, да, вот сюда. Самджан. Кладем. И перчик еще берем. Вот так это все заворачиваем. И кладем в рот. Короче, все. Мне нужны две руки.
В общем, вот это заворачивается все и кладется в рот. Это безумно вкусно. Пришла уха. Уха пришла. Вот так она выглядит, пока она еще не сварилась. Ногу могут тюри. Отонго. Иго? Вот такие. Супя уриотика. Оливу Янг. Мы идем в Оливу Янг, чтобы купить вазелин. Вазелин. Потому что нам наши татушки, нам нужно их теперь мазать вазелином. Так, вазелин, вазелин, вазелин. Иго, аниде. Игонде, ну, чуку мы делаем. Изумно, я могу делать. Ну, чуку мы делаем. Иго, ипсул парен, ну, где? Липпам, инде. Кунка, липпам. София хочет купить крем какой-то себе. От волос на ногах. Блин, я так смешно, я не могу. Моему ребенку нужен крем, чтобы избавиться от волос на ногах. Мамочки. Когда это случилось со мной? Стец. Неко какой чуке его. Пенинго, толь пенинго. У меня есть депилятор, и я выдергиваю волосы как бы себе. Ну, это не больно совсем. Не хочет. Не хочешь, не надо. Са! Чоком, мо, отон купирую. Кушан, кате сачана, ури. Бибикрим, кате сачана. Таса са? Олмаком парляго. Это наклейка. 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 Стика, дорогой. Стика? Наклейка. Наклейка. Это стика, не? А. Стика, дорогой. Стика, мать. Стика, блядь, стика, блядь, стика. Йохана, стика, не знаю, какой. Стика, это. Стика, вообще, я делаю, как будто. Игонджи. Нонде. Кочи. Игонджи. А ты? Это, друзья, сейчас самое ходовое. Кушан. Самое ходовое. Чей подал? Кочи. Лакшери. Бьян. Бьян. София хочет себе бади мист. А, вот здесь, друзья, бадимисты продают. Вон сверху еще есть, смотри. Маниса. Бадимисты — это то, что на тело брызгается для увлажнения после душа. Ну, все, наверное, вы знаете, просто говорю, мало ли кто не знает. Ну-ка, вот здесь. У меня там фуксуа на ничего. Фу, блин, как освежитель туалетный. Нам попкорн нам сделать что-то. Попкорн? Это попкорн. Игон попкорн, а нет. А, ванчан белло. Фу, блин, черт побери. Вот, смотри, я подухарилась тут. Понюхай. Где? Где? Кирюа. Пойчики. Игоя. Игоя. На шару. Классно же. Офигенно пахнет. Вообще прям сладкий-сладкий такой запах. Как бабки любят. А что это за фирма такой? Фирма какая? Дай посмотрю. Что это? Где смотреть? Друзья, вот так вот выглядит Софьина татушка. Это цветущая айва, цветы айвы. Стоила такая татушка, она вот с градиентом здесь, с растушевкой. 150 тысяч вон, это примерно 130
130 долларов. А это, друзья, моя татушка, просто надпись на латинском языке, и стоила она 100 тысяч вон, или где-то примерно 80 долларов, чуть больше, чуть меньше, сейчас не знаю по курсу сколько. Я потом напишу внизу на латинском эту надпись, переводится она вроде как, что все влюбленные чокнутые, сумасшедшие и кретины, что-то вроде того, друзья, но на самом деле я так и думаю, так оно и есть. Друзья, как видите, ролик получился немножко скомканный и сумбурный, и снят отрывками. Дело в том, что я, в принципе, не собиралась выкладывать его в сеть, поэтому я не старалась снимать по какому-то сценарию и делать его интересным. Дело в том, что мне было страшно как-то выкладывать это в сеть, потому что в Корее, как и в любой другой стране, наверное, как и в России, не совсем однозначное отношение к татуировкам, и тем более у подростков, как бы я боялась, что будет много осуждений, будет много плохих комментариев. В принципе, так оно и было, когда я в сообществе выставила фотку. Но потом я подумала, что, блин, имею право выставить все, что я думаю, все, что я хочу. На самом деле я, в принципе, ничего плохого не вижу в татуировках, поэтому для меня кажется это абсолютно нормально. У вас наверняка сейчас, наверное, возникнет вопрос, а как же школа, как же в школе воспримут учителя то, что у Софии татуировка? На самом деле сейчас у многих татуировка, практически у всех ее друзей есть татуировки, и в школе на это смотрят сейчас сквозь пальцы. Вообще, корейские школы, они очень сильно изменились в последнее время, сейчас можно краситься, сейчас можно носить короткие юбки, сейчас можно делать татуировки, да можно делать вообще все, что вы хотите, красить волосы, и это круто, блин, это круто, и даже сами родители, они стали позволять детям больше, не все, конечно, до сих пор есть какая-то часть консервативных родителей, какие-то вот более современные, но детям стали позволять больше, и мне это нравится. Я не знаю, что тут еще сказать. Кстати, вот этот мастер, у которого мы делали татухи, он сказал, что родители, которые разрешают детям это делать, они ищут хороший салон, нормальный такой вот, безопасный. Они обговаривают там, да, вот как мы с Софией обговорили сразу. Она хотела там 3 татухи сделать, одну вот так вот, вот здесь на плече, одну на животе, там одну на ноге. И мы с ней сели и поговорили, мы нашли компромисс, я говорю: София, давай, я тебе разрешаю сделать тату, но давай вот на ноге небольшую, там-то, а потом, говорю, когда ты будешь совершеннолетняя, ты сделаешь и тут, и рукава себе набьешь, и вообще хоть вся будешь в татушках, мне, говорю, пофигу, а сейчас давай, говорю, пока одну, и она согласилась, все как бы нормально, то есть это вот компромисс такой. В общем, мастер сказал, что те дети, которым родители не разрешают набивать татухи, они их все равно набивают, набивают в каких-то подпольных салонах, все это очень небезопасно, либо сами могут набивать, либо друга попросить. В общем, в своем большинстве подростки, они вот в Корее сейчас, вот в этом возрасте, они реально бунтари. Они совсем не похожи на нас, вот какие мы были подростки, мы там слушались, родители там. Корейские подростки — это вообще жесть. Они реально бунтари. Такое вот поколение. Поэтому они все равно сделают эту татуху, но как они ее сделают, это вот будет уже на совести родителей, да? Поэтому я посчитала, что из двух зол лучше выбрать меньшее, наименьшее, и поддержать как-то, и наоборот как-то стать даже ближе. Мы очень сблизились с Софией, когда мы набивали эти татухи. Она прям в меня вот так вцепилась там, и как бы мы это обсуждали, мы смеялись. Это было очень круто, мы с ней очень сблизились, и да, я не считаю, что это что-то плохое. Там многие пишут, что вот, татухи — это там ассоциация с мафией, там, с тюрьмой. Ну блин, давайте сейчас будем вообще все ассоциировать. Я считаю, что это искусство своего рода, и это очень красиво, это безумно красиво, и... Но, друзья, если сейчас меня смотрят дети, подростки, я хочу сказать, что если вам родители запрещают, то они имеют полное на это право. Я не хочу сказать, что все должны разрешать детям делать татухи и что это правильно. Нет, у каждого в семье свои законы. Если вам запрещают, то ваши родители считают, что для вас так будет лучше. И это нормально. Многие также в комментариях писали, а что, если ей надоест, когда она подрастет, вот она ей надоест, а она захочет что-то изменить. Я хочу сказать вам, друзья, что надоест может, если вы в 20 лет сделаете татуху, она вам в 30 может надоесть. Вы можете ее сделать в 30, а потом передумать через 5 лет и скажете, зачем я эту хрень вот сделала. Мне уже под 40 лет, а я вот надпись сделала, что все влюбленные сумасшедшие. Я уже на следующий день, можно сказать, разочаровалась в этой надписи. Ну, блин, ну сделала же уже. Ну, как бы здесь возраст не имеет значения. София, я считаю, она очень грамотно подошла к выбору. Она там все посмотрела, дату своего рождения, какой ее цветок. Там и как бы, ну, не так вот, как я. Я приехала уже в салон, говорю, а что у вас есть там, какие надписи? Давайте мне там любую.
Вот так я набила, а она со смыслом, она умничка. Короче, друзья, сделали мы татухи и нисколько не жалеем. Завтра София еще пойдет пирсинг делать, вот здесь на ушах она хочет 3 дырки себе проколоть. Так как через 2 дня уже в школу, а в корейских школах дети меняют класс каждый год, то есть это каждый год новый коллектив, и чтобы себя как-то зарекомендовать, занять свою, так сказать, нишу, наивысшую, да, вот в этой школьной иерархии, конечно, нужно быть при полном параде. Она их удела специально для этого, и вот вся-вся-вся подготовилась, так сказать, чтобы... Но она привыкла быть лидером всегда в классе, и я так понимаю, она хочет им оставаться. Поэтому я не вижу ничего в этом плохого. А когда еще, если не в этом возрасте, самоутверждаться, бунтовать, что-то пробовать, что-то вот это экспериментировать, я считаю, это нормально. В общем, друзья, скорее всего, под этим видео я отключу комментарии, потому что я остерегаюсь того, что, ну, как на корейском языке начнут писать в адрес Софии там какие-то негативные комментарии, и не дай бог она это прочитает, и я переживаю за ее психику, так и русскоговорящие будут, конечно, писать негатив, но я согласна, в принципе, с этим негативом, я согласна, что мнения могут быть разные, вот, и... Я так к этому, в принципе, готова, но не хочу, чтобы ребенок травмировался, не дай бог, прочитает на корейском какой-то там негативный комментарий. Я хочу вам сказать, что прислушивайтесь к своим родителям. Если они считают как-то иначе, то они всегда правы, потому что родители своим детям всегда желают только добра, просто точки зрения разные, уставы разные, разные традиции в каждой семье, поэтому цените и прислушивайтесь к своим родителям. Я вас, как всегда, обнимаю, как всегда, люблю, и до новых встреч. Теперь до пирсинга.